Огромная благодарность 7 Cubit Films за предоставленную анимационную работу. Ссылки на автора оригинала в описании. Подписывайтесь и передавайте от нас привет! Звездные войны. Забытые. Падение. Тремя часами ранее. Вперед, я прикрою! Планета Калнор. День первый. Снаружи все чисто, капитан. Надеюсь, что ты прав, Спартан. Ладно, все в порядке? Не знаю, вроде. Прямой-то когда? Ладно, парни, приготовились. Мы выходим. Капитан! Капсула автоматически отправила сигнал бедствия. Как и должна была. И теперь пульты связи налажены. Но... похоже, нам удалось найти другой сигнал Республики. Отлично. Какого рода конкретно сигнал? Точно не знаю, капитан. Извините, в данный момент это невозможно понять. Ты можешь определить источник сигнала? Вообще, да, могу. В 56 кликах на северо-восток. С другой же стороны, мы в глуши, у нас нет связи. Получается, мы здесь не сгорим. Ну, видимо так, Спартан. Не волнуйся, мы скоро отсюда выберемся. Всем встать, выбираемся отсюда, пока нас местная фауна не прикончила. Вы слышали, парни? Лейтенант? В 25 кликах от нашего расположения только что упала капсула и республиканцы. Откуда эта капсула? Капсула с... А вот, с крейсера Стойкий. Что? Стойкий был уничтожен? Так точно, сэр. Лишь две капсулы смогли эвакуироваться с крейсера. Даджуны обнаружили одну из них. Что ж, ясно. Кэл, отправь группу за этой капсулой. Но будьте начеку, есть вероятность, что там дроиды-команда, замаскированные под наших. Так точно, сэр. Итак, вы четверо за мной, спасем наших парней. Вы двое тоже с нами. Шевелитесь. О, спасательная миссия. Погнали, Джонни. Стой, Фантом. Ты куда? Это спасательная миссия, Джонни. Шанс на хоть какой-то экшен. Но... Ладно, пошли. На связи синий лидер. Шаттл готов к вылету на спасательную миссию. Синий лидер, это сержант Прайс. Даю добро на вылет. Удачи там. Ах, ну погнали. Ах, сколько еще идти, капитан? Плейт, мы идем лишь 10 минут. Сам ты как думаешь? Виноват, сэр. Эй, Лок, как мы покинем эту планету? Чипшот, как ты думаешь, куда мы идем? На заброшенную базу? С чего ты взял, что она заброшена? Ну, начнем с того, что я ни разу не слышал об этой планете, и я мог бы ее знать, будь тут какая-то действующая база или ванпост, ну или еще что-то, верно? Может, это даже не база, а еще одна капсула? Слушай, что бы там ни было, мы идем туда. Это лучшая возможность выжить и свалить с этой планеты. Даже если база заброшена, есть шанс, что мы найдем там какое-нибудь устройство, которое хотя бы сможет отправить сигнал. А что, если мы там ничего не найдем?
Просто подумай, Плазма, если там ничего нет, то мы тут застряли. И тогда мы точно трупы. Ладно, и что тогда? Слушай, я это все к тому... Стой. Парни, вы слышали это? Сбейте эту жестянку! На 3 дюйма вправо и конец. Как долго он протянет? Не очень долго, капитан. Не очень долго. Мы, конечно, можем. Капитан Лок? Снимите ваш шлем. Сейчас же. Хорошо, хорошо, хорошо. Я снимаю, только спокойней. Хорошо? Снимай, живо! Спокойно. Ах. Слава силе. На секунду я подумал, что вы дроиды. Как давно? Недавно. Вы двое. Носилки. Бегом. Куда мы конкретно летим? На базу 407, сэр. 407? Что это? База беженцев, сэр. База беженцев? В чем ее смысл? Ни в чем, сэр. Но как сложилось, так и сложилось. Понятно. Мы сможем связаться с Корусантом, чтобы вернуться в строй? Навряд ли, сэр. Я не могу сказать. Вернее, мы не можем. Мы тут застряли, сэр. Не беспокойтесь, капитан, ищите плюсы. Вы станете во главе базы, вам понравится. Я приму командование. Именно так я и сказал, сэр. Маневр уклонения! Какого черта это было? Аму, что там происходит? Похоже, стервятник на хвосте. Все будет хорошо, без паники. Попытайся сбросить его. Ну что, достаточно экшена для тебя? Эй, я же не знал, что все так обернется. Свяжись с базой, доложи о ситуации, сейчас же! База, меня кто-то слышит? Прием! Да, в чем дело? На нас напал дроид-стервятник, мы не можем оторваться от него. Ладно, спасательная команда, это сержант Прайс. Попытайтесь добраться до базы, мы вас прикроем. Понял вас. Сержант Прайс приказал лететь на базу, они его собьют. Тогда будем следовать плану. Посадочка. Капитан Марк.
И как я вижу, лейтенант Рептайд. Да, это я. Добро пожаловать на базу 407, ваш новый дом. Уверен, что вам уже известно, что вы командуете этой базой. Да, что ж, война не ждет, капитан. Как и мы. Пойдемте, устрою вам экскурсию, начнем с башни. За мной. Построена во время Великой войны, на тот момент являлась аванпостом, что объясняет наличие множества старинного вооружения, которое, к удивлению, функционирует в штатном режиме. Также она является самой секретной базой для беглых клонов. Никто во всей галактике не знает о ее наличии. Клоны сюда приходят и остаются. Понятно, послушай, мне это не нужно. Мне и моим парням необходимо вернуться на Камин или Коруссант. Ах да, ты никуда не летишь. Не понял вас. Послушай, ты здесь. Твой корабль уничтожен, как и большая часть личного состава, вместе с твоим генералом-джедаем. Ты потерял все. Но теперь у тебя есть эта база и есть мы. Оставленные всеми. Забытые. Почему забытые? Не знаю, в голове звучало круто. Но теперь, после того, как я тебе сказал, нет. Но хрен с ним, можешь назвать как хочешь, да выбери любое название. В любом случае, уверен, у тебя был длинный и сложный день. Я покажу тебе твою койку. Сэр, похоже, наши разведчики недавно что-то обнаружили, но мы потеряли с ними контакт. Количество юнитов. 2 стервятника и 1 спидер, но мы успели засечь последнее месторасположение спидера. Нужно ли нам послать разведку? Нет необходимости. Полагаю, это выжившие с капсулы или клоны секретной базы. Я хочу выкурить их оттуда. Устройте им ловушку. Мы устроим беспорядки в городе, что заставит их выйти с базы в защиту. Затем мы сможем применить наше секретное оружие. Вас понял. Но откуда мы узнаем, что они узнают, что мы здесь? Вам также известно, что любая республиканская инфраструктура, подвергшаяся атаке в том направлении, где нейтрализованы наши разведчики, сфокусирует их силы на нас и городе. Командир, отправьте небольшую ударную группу по координатам 277,7 градуса. Понял, понял. И я хочу, чтобы исследование супероружия ускорилось. Поторопитесь. Так точно, сэр. Материал подготовлен и санимирован 7 Cubit Films. Материал переведен в Will Studio. На русский язык дублировали клоны Рик, дроиды Василий Дубинич, дроид-тактик Термит и ваш диктор Николай. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие переводы, и не забудьте ознакомиться с другими рубриками.